Привет всем. Здравствуйте. А это что? О, нет. Какой сюрприз? Я не знал, что он тут будет. Кровавый спорт, двойной удар, выход дракона, огромная звезда. Я хочу поднять тост за Боло Йенга и за его семью. И за двойной удар 2. Жан-Клод был большим поклонником Боло задолго до их встречи. Я увидел выход дракона, когда был на юге Франции с отцом. И тогда я был совсем молодой, 16 или 17 лет, надо посчитать. И когда я увидел его на экране, я был просто поражен. И мой отец тоже. У них с Брюсом Ли там была такая схватка. Я именно из-за этого и начал заниматься карате. В перерывах сидели на каких-то там деревянных ящиках и пили горячий чай. Съемки шли по 15 часов в день. Было дело. А потом он сделал вот так. А Брюс Ли, он делал вот так. Вскоре знаменитую пару актеров заметили поклонники. Хочешь втиснуться между нами? Да, конечно. Для брата я на все готов. Он просто дар речи потеряет. Когда мы были маленькими, я его тайком взял с собой на фильм «Патруль времени». Это был лучший день его жизни. Я тогда тоже тайком проскользнул в зал, потому что мне было всего 10 лет. Всего вам хорошего, ребята. Берегите себя. Сначала был Брюс Ли. Потом Жан-Клод Ван Дам. А потом кто? Кто после Ван Дамма? Нет такого. А почему? 24 года уже прошло. И где следующий? Нет никого. А почему нет? So far.